сможешь сплести паутину и построить для нас мост из веток? Нет, не, не, нет, нет, стой, стой, я не прочитал! Вернись, вернись, утонул! Бля, перешел! Нет, там еще, подстава, блядь, нет, утонул! О, какашечку дали. Ну вот мне вот этого шапочка немножко смущает, этот его кокошник. Так, грязь, 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 грязь! Две сразу слопал. Одну муху в одну щеку, другую в другую щеку. Ты, наверное, пришла за горой навоза? За горой! У нас как раз накопилось достаточно, я уже вижу. Наш сынок лентяй отказывается вылезать из навозного шарика. Давай, подтолкни его немного. Я уже как скачу. Ой, блядь, тяжело! Ой, сына, вылазь! Я, наверное, еще сильнее раскатываю. Ох, блядь, получил по ебалу веткой. Я проебал сына. А нет, вот он. Сын-то выпал, понимаешь? А мы вернулись с самого начала. Но мы вот тут-то не были. Вот, вот переход, смотри, вот он вверху весь переход, блядь. Вж... О, вау, вау. Это что такое? О, глянь теперь, что мы. Робот с какашкой на голове. Вечерочек, ты на канале Gantek Games, где мы с тобой играем в разные игры. Нам осталось всего лишь попасть наверх. Но кое-что еще у нас есть вот здесь. Пойдем это проверим и пойдем наверх. Я походу нашел это место. Нам либо вот сюда попасть надо как-то, либо вот сюда попасть надо как-то. Вот сейчас пытаюсь это я сделать. Но не получается. Почему не получается? Блять, как это работает? Вот, вот туда мне надо! Точно туда! А как же я это должен сделать-то? Как же это мне сделать? Пожалуйста, получается. Получается, схватить за что-нибудь. О, ты прикинь. Вот есть местечко. Я тебя съел. Есть. Съешьте всех мух. Да, мы серьезно всех собрали? Всех собрали. Класс. И что здесь есть у нас? Просто две мухи было? И все? Как же так? Как же так? Серьезно? Просто две мухи? Вот это поворот. Всего лишь две мухи. Смотри, а еще я тут нашел тоже еще одно место. Вот сюда, короче, нам тоже нужно попасть. Вот сюда, давай, нет, нет, почти, 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 почти. Там тоже есть маленький секретик. Почему не получилось? Бляха-муха, почему не получается? Давай, да, давай, 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 нет, он, я точно знаю, что это туда, я точно знаю, что это туда. Я сейчас смогу, смотри. Блять, надо, все, я понял, как это работает, все, я понял, как это работает. Так, давай. Что ты как какашка бьешься? Да зацепись, давай. Да почему уже долетал же ты? Может быть, мне не жать кнопочки вперед и вверх? Ого! Вот это я не нажал кнопочки.
Блядь, все дело в кнопочках было. Смотри, смотри, как скатываюсь. Смотри, как скатываюсь. Аккуратно. Аккуратно. Опачки. Смотри, что есть. Смотри, что есть. Видишь, шляпа нарисована. Я такой... Шлеп, шляпка. 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 Ой, это что, какой-то пузырь, лянь. Водичка, это роса. Это роса, это красивая роса. Так, понятно. О, это что? Это, а, это фу, это, как же его? Каштан? Это, нет, это не каштан. Желудь. Точно, что это? Ебать, что это такое? На Марс полетим. Так, ну все, они, видимо, начали повторяться. Вот это еще есть, как у Картмана, да? Пират, у нас есть пират. Так, ну слушай, я хочу... Конус. Хера себе, конус. Я хочу себе... Это что? Это Шерлок. Это, сука, Шерлок. Ты посмотри, это Шерлок Холмс. Ой, это джентльмен. Это что? Это нимб? Хуя и святой паук. Прикольно, шлем. Это мы видели, это мы видели, это мы... А, святой. Я хочу себе морс... Что это? Пилот, это пилот. Класс. Так, подожди, я хочу себе... Что это? Это... Тут сейчас будет французская музычка. Это... Минутка такая. Это ковбой. Пират. Как тут много шляп. О, это девочка. Роса. Так. Вот, все. Ну, я не вижу смысла дальше смотреть. Короче, все. Где мы вообще находимся на карте-то? До хера, мне кажется... Быстрее будет добраться до родителей. И спуститься быстренько вниз. Погнали. Воу! Так, вот теперь наконец-то мы вернулись к тебе. Что ты там хочешь сказать? Скажи мне, пожалуйста. Что ты такой молчишь? Ты, конечно, я тоже был в ахуе скатиться с такого расстояния. Меня что, серьезно, только что выгнали из дома? Да, тебя прям выпнули. Прям еще с разгоном. И мне теперь жить здесь, что ли? Угощайся навозом, это мой любимый. Ой, как спасибо, вкусно. Очень питательный. Да я не сомневаюсь. Угощайся. И что, соседка? Так, и смотри, это лифт. Нам нужен лифт. А лифт это что? Это вот эта вот палочка? А, тебя нужно выпнуть отсюда. Сейчас приедет. Сейчас приедет. Смотри, сейчас приедет. Ой-ой, ты иди сюда. Иди сюда! Нет! Блядь! Тихо, стой. Эй, блядь, нет. Сейчас я все сделаю. Сейчас все сделаю. Возвращайся. Все, ждем, не ходи никуда. Вот, отлично. Есть, тихо. А, тебе нужно. Так, не сюда. Нет, да блять, что ты творишь? Так, стой. Все плохо. Все очень плохо. Я не могу, сука, шарик. Я не могу шарик навоза положить куда нужно. Вернись, пожалуйста, сюда, вернись. Умоляю тебя, вернись. Так, смотри. Я тебя сейчас качу. Все, нет, нет, а, нет, 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 нет. Вот я тебя вот так делаю. Понял?
Вот так я тебе делаю. Все. Блять, я наверное зря с тобой еду. А вот так можно? Я прилег. Так, я походу прилег. Я еще держусь, смотри, я на краюшке держусь. Я очень хорошо держусь. Есть. Есть. Нет. Так. Давай, залазь. Что, ты мне хочешь что-то сказать? Давно не разговаривали с тобой. Ух ты, вот это драматичный выход. Кажется, на этом дереве у меня появился новый друг. Похоже, он не собирается отсюда уходить. Теперь у тебя достаточно топлива, чтобы спасти своего возлюбленного. Ой, падает, блядь! Подруга, похоже, это наш день. Да, наш день. А вот если бы сейчас у меня пропал навоз, наш день. Ладно, что ты еще мне хочешь сказать? Отлично, подруга, кажется, у тебя есть все, что нужно для путешествия. Желаю тебе и твоему любимому скорейшего воссоединения. Удачи. Что, тоже хочешь поговорить со мной? Скажи, как будешь готов, пучок. Мне не терпится отправиться в приключение. Окей. Нет, блядь, нет, сука, нет. Ай-яй-яй. Ох ты ж, твою мать, блядь. Ой-ой-ой. Что ты будешь делать, собака ты сутулая? Ой, блядь. А давай я за тобой, короче. Держись там, не падай. Давай, нормально, сейчас все будет. Сука, это как так? Нет. Так, короче, все плохо. Давай тебя сюда. Так. Ну, а что делать? Смотри, ну что делать? Выбора-то нету. Выбора никакого нет. Это лишнее. Красиво у нас голубенькая паутинка, видишь? Красивая голубенькая паутинка. О, да, мотылек, давай тоже помогай. Вот так, отлично, мне как раз туда и надо. Ой, вот это я зря паутинку сбил, ну, да ладно. Давай, о, слопал, он же слопал. А, мне нужно, все, закрылось, да? Вот так, смотри, хуяк, не то. Так, вот отсюда давай, вот так. Оп, ну все, ребят. А на этом наш предполетный список задач. Надежно закрепить площадку для пилота, просто делать все по чертежам, приходи, когда закончишь. Да, если у тебя возникнут проблемы, возник колокольчик, ага. Бля, что, ненадежно? Это надежно. Это очень на... ты должен так подняться. Глянь, что творим. Глянь, что делаем. Куда еще надежней? Блять, куда еще надежней, скажи мне, пожалуйста. Это что, это лишнее, типа, да? Это нам мешает? Так, только в колокольчик не... Что это, блядь? Что это случилось? Воздушный корабль готов к запуску. Ты готова к полету? Нам предстоит долгий путь. Конечно, готова. Так, товарищ? Запускаем двигатель. 3, 2, 1. Полетели, братва! Я в шлеме, если чё. Двигатель работает нормально. Скорость увеличивается. Получилось, мы летим. Слушай, мы как-то коряво летим. Очень коряво летим, братаны. Да, вот это настоящее приключение. Держись, пучок, но не волнуйся, я подхвачу тебя, если ты упадешь. А, ну спасибо. И что, и куда мы там? Куда мы так высоко? Мы еще на нашей карте? Да, мы еще на нашей карте. Аж деревья расступаются. Это... наша потайная... Короче, из-за деревьев не видно, что мы летим, а потом хуяк двери раздвинулись, и мы вылетаем. А песня-то какая? Давайте танцевать, давайте, глянь, что происходит. Танцуем. И что это? Куда мы летим-то? Вот так, пляшем. Вот это красиво. Ой, тут гроза. А ты мне хотел что-то сказать? Ничего себе, в нашем прогнозе этой бури не было. Но корабль держится едва-едва.
И что мне делать? Что мне делать? Держись! Муравей! Я тебя... Держись, только не упади! Так, и что? Ветер крепчает, я чувствую себя по-настоящему живой. Классно, муравей, я тебя, короче, схватил. Все, ты в безопасности. А что делать? Как долго мы будем лететь, мне интересно. Просто паутину я тут очень крепко сделал. Все. Как далеко нам лететь? Мне, вот вы мне скажите, мне что-то нужно сделать или просто ожидать? Как мягко. Посмотри, он ходит и как мягко. Вот ты чувствуешь мягкость? Я вот чувствую мягкость. Сейчас как молния ёбнет по нам. Давай, короче, наверное... Воу! Ой, что я делаю? Что я делаю? Что это такое? Что это такое, ребята? Тут какая-то штука непонятная. Не-не-не, не боись, пчела, я тут. Мы куда-то прилетаем. Мы куда-то прилетаем. И что? И что здесь будет? А, видишь, тут все в дожде, тут все. Это же босс, это мы идем к боссу. Тут все серьезно и непредсказуемо. А вот и он, небесный шалаш. Наш воздушный корабль через такую бурю не проберется. Тебе придется продолжить путь без нас. Иди же, найди своего любимого. Встретимся по ту сторону. Отыскать своего возлюбленного в небесном шалаше. И что у нас тут? Что, что? А что? А где красота? О, это типа рот. Это рот, посмотри. А, нет. Я думал, что вот это вот рот. А это вот птица, походу. Это глаз птицы. А тут секреты будут? Вроде, кстати, не будет. Вот сейчас у нас изменится, да? О, это глянь красиво. Раз, два, три, четыре, пять и шесть. Наверное, так будет. Что это за штука? Что за шарики? Ну смотри, нам собирать уже ничего не надо. Просто, значит, идем. А, мы же можем их... Короче, я понял. Эта штука взрывается. Нет? Я не угадал? Не взрывается? Ну еще сообрази, что и надо. Все, я понял. Так, мне тебя с собой таскать. Я могу тебя к себе притянуть? Вот это загадки, блядь. Так, ну смотри, нам нужно дерево, да? Так, нужно дерево. Я пока не вижу, куда ее цеплять. Я вижу, где умирать. А где пчела? Она сказала, что я тебя подхвачу. Она что, пиздоболка? А какая музыка-то играет? Слушай, я не совсем понимаю, куда мне нужно тебя притянуть. Вот туда, я думаю, туда. Вот сюда. Лети. Ну-ну-ну, туда, все правильно, чё ты? Чё ты? Ну, чё ты, блядь? Что, сюда? Ну, куда-нибудь сюда. Или куда-нибудь туда. Ну, началось. А куда ее пришпандорить-то? Да как та херня выглядела? Ну, вот как какой-то кусок дерева. А тут я такого не вижу. А, вот она, блядь. Где ты? Лети сюда, дурында. Да-да-да, вот туда лети. Во, давай-давай, да-да-да, туда. Вот сюда. Все, я понял, как эта херня работает. Сейчас мы все... Сейчас у нас тут будет финалочка. Финалочка у нас будет в этой серии, я тебе не обещаю, но постараюсь сделать все для этого. Кушай, блядь. Вот так. Так, тут что-то будет летать? Ну, я думаю, что нам просто
вправо идти. Вот, смотри, вот эта штука. Ага, вон я вижу, сияет. Вот она где-то тут сияет. Мне что, прям тебя двигать надо всю? Ничего себе. А как же? Сделать? Да, как же сделать? Давай ее. Такими нехитрыми способами. Давай сюда ее. Так, ну нам всю тебя двигать сюда. А где музыка? Тут же была такая хорошая музыка. Почему сейчас нельзя тоже хорошую музыку включить? Ну просто это странно. Что это за кусок мы двигаем? Ну, получилось. Смотри, получилось. Так, вот этот кусок. Блин, тут еще летать. Так, ну мы с тобой сможем куда-то вместе пойти, нет? Ну мы взлетаем с тобой очень хорошо. Это я уже заметил. Глянь, как я прям космонавт. Я лечу с тобой. Ну смотри, я мне кажется, что я делаю самым элементарным, самым быстрым способом. Все, да, блядь, давай вправо, сука. Вот, давай сюда, вот сюда. Вот, хорошо, А тут много, смотри, Так, тут я, тут нам что-то нужно? Глянь, я живой. Хера себе вас тут тащить. Но тут один нужен. А, тут куда-то вот это еще ведет. Не совсем я вас понимаю, ребята. А, это типа сокращенный путь. Нет. Тогда я не понял. Давай, полетели. Вниз, вниз. Не получается? Нет, куда его? Блядь, куда ты? Вниз. Вот сюда. О, вот это я умер. Так, так, быстро. Нужно что-то придумать. Так, тебя вон туда. Давай, давай, вот туда, точно. Лети. Лети, камушек, лети. Лети. Хорошо. Подкиньте его, ветерок, подкинь камушек мой. Блять, а куда его? Подожди, стой, что какая-то хуйня. Куда его? Вот, так. Во, супер, нет, сюда, вот туда, вот так, молодец. Куда его? Туда. О, супер, смотри, прошел. Смотри, прошел, блять. Да что ты будешь делать? Я говорю, прошел. Я тебе о чем говорю? Так, ну тут все понятно. Дуй сюда. Ой-ой-ой, об веточки бьемся. А где музычка? Была ж классная музычка. А тут вообще что-то какие-то шумы да шумы. Весь теряется... Этот. Все волшебство теряет. Опа! Нашли! Убежать вместе с возлюбленным из местного шалаша. Ты ж мой родненький. Да, мы с тобой сейчас как спляшем. Ой, мы с тобой как спляшем. Давай плясать. А, прям вот так ты хочешь плясать? Прям в прыжке? Ты ж мой родной, ты ж мой хороший. Сколько мы с тобой будем плясать? Пока паучат не сделаем. Сколько нам с тобой плясать? Так, ну все, наверное, поплясали, хватит тебя. Я понимаю, мы давно не виделись, но меру тоже знай, понял? Опа!
Австралийская танго. Потанцуйте с представителями всех видов насекомых. Вот так. Потанцевали. Пойдем. Ты ж пиздюк, пойдем со мной. Муж, пойдем. Муж. А, тут мне что-то выбить надо. Ух ты, у тебя паутина твердая. А что ж мне? А как мне? Подожди, тут же ничего взять нельзя. Как нам выбраться? Что за прикол? Как нам выбраться? Чего ты стоишь, молчишь? Говори, как выбраться. Блять, дурачок. Разговаривай со мной. Что за хуйня? Как? Я ничего выбить не могу. Тут ничего не светится. Иди сюда. Что мне сделать надо? Может, тебя сюда посадить? Иди, сядь сюда. Садись сюда. Сядь. Будем тебя использовать в качестве топлива. Иди сюда, что ты боишься? Иди в качестве топлива, сиди. В натуре! О! Прощай. Ха-ха-ха, все нормально. Пойдем, не ссы. Слушай, ну я не хотел. Пойдем, что ты, блядь? Оля уехал. Пойдем, что ты? Мне тебя, я его танцами зову. Видишь, ну он светится. Я просто смотрю, что он тоже синенький-то. Пизду сюда. Садись. Супер. Все, пойдем. Это что за кооперативчик пошел? Это мне все время плясать надо, чтобы ты за мной шел? Вот, музычка. Глянь, какая музычка красивая. Хороша музычка. Ты же идешь за мной? Ты идешь за мной? Ты заблудился, блядь? Пойдем. Ну, Алёшки, ты где? Ты, у тебя что, паутины нет? Ты мужик или кто? Езжай наверх. Пойдем, блядь, со мной. Иди сюда. Дурынь-то, блядь, пойдем. Что такое? Пойдем. А, можете построить, ты сам там добежишь? Блять. Все, пойдем. Ну, ты сам соберешься, нет? Глянь, дурак. Ёб твою мать, это что за кошмар? Это что за ужасы, блин? На тебе в глаз. Вы что так пугаете? Давай туда и езжай. Давай. Хуяч туда, вон туда тебе. Твоя дорога там. Пойдем. Не туда. Нажимаю не туда. И что, вот она, мразь эта, вот она эта мразь. Ух, блядь, съел меня! Ты что, охуел? На тебе, падла, на тебе, сука, что ты мне сделаешь, что нахуй? Ща я тут все... Все, не пролезешь. А я могу чисто вот так вот? Хуяк! Блядь, подожди, сейчас я сделаю. Да что такое? Я ему прям в рот лечу. Да, короче, нет, это понизу надо идти. Эй, пойдем со мной. Смотри, сожрет. Пойдем понизу. Пойдем со мной. Садись. А что? Как это работает? Это какие-то синие штуки. И наш паук, вот этот, видишь, он царский какой-то. А, иди со мной. О, глянь, сука, глянь, что творит. Вот так, ага, сейчас у тебя упадет хуйня вот эта. Все, друг, пойдем. Пойдем, я его держу. Ты что, издеваешься? Вот так, давай. Все, пойдем, не ссы. Не ссы, давай. Я тебя маню своим танцем, Хотя самцы, по идее, манят танцем. Почему решила самка это делать, я не совсем понимаю. Меня слопали опять. Туда его. Вот так. Пойдем. Все, он нас не видит, все четко.
Ох, ты ж напугал меня. Ой-ой-ой, стой, стой, нет! Сожрала моего мужа. Пойдем, муж, пойдем. А что ж тут бы сделать такое? Опа. Это что, нужно успеть пролететь? Опа, муж. Она его сейчас сожрет. Сейчас сожрет, смотри. Сожрала. Эх ты, ебаный паук, пойдем. Пойдем быстро, короче, быстро. Побежали, 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 побежали. Побежали. Ну, пизда тебе. Ой, она его сейчас скушает. Ну, глянь, она его... Как ты так его ешь? Короче, блядь, пойдем со мной. Не, ну ты какой-то тупой. Что ты такой тупой, господи? Как мне с тобой справиться? Что ты сопротивляешься? Пиздуй отсюда. А, вот это она нужна, вот сюда. Все, я понял. Давай, 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 туда, 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 туда. Опа! Вот, отлично, пойдем. Нет, 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 ты че, охерел? Туда, пожалуйста, поднимайся. Иди отсюда. Не подходи ко мне. Так, да ты дурак, куда ты? Блять, ты, ой, нах. О, все понятно. Какой ж ты олух, господи. Что ж так тяжело с тобой? Может, мы тебя нахер вообще спасать тебя нужно было? Иди ко мне. Вот, смотри, глянь, что делает. Ну, смысл-то какой? Как мне с тобой его тут пройти? Ты ж, блядь, глупый. Ты ж глупый, нахуй. Ой-ой-ой-ой. Ох ты дурак, блядь, иди отсюда. Короче, стой здесь. Сейчас я что-нибудь придумаю. Ну ёб твою мать, я не успеваю, я не успеваю. Иди, иди, и меня съели. Да что ж ты будешь делать? Пойдем. Пойдем, как же с тобой? Что я делаю не так? Сука, я все делаю правильно. Иди сюда. Он его сейчас съест. Тихо. Так, у нас есть немножко времени. У нас есть немножко времени. У нас есть немножко времени. Да что ты боишься? Иди туда. Вот так. Все, отлично. Все, ждем. Все. Он нас не видел. Иди ко мне. Вот сюда. Ага. Так. Смотри. Смотри. Блин, короче. Короче, тебя нужно как-то так туда отправить. Иди, иди, и не воз... Блять, что, я застрял. А, сиди там. Нет, 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 да как ты его сожрала, птица ты конченая. Блять, что ж делать-то? Иди сюда. Подожди, какая-то поебота. Куда нам дальше? Наверх. Ну это жесть. Так, то есть вот эту я сюда могу сделать, да? Давай вот так. Нет, да что такое? Туда, 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 туда. Вот так, отлично. Да что ты делаешь? Ой, какая хуйня. Иди туда. Вот так, вот так, вот так. Все, отсоединяйся от всего. Молодец. Вот так, вот так, вот так. Вот так, вот так. А ты не можешь как-то вот так закрыться? Ой! На глаз тебе. Бревно тебе в глаз, сука. Иди нахер. Блядь, не работает. Ну и нахер это бревно нужно? Я не понимаю. Так. Иди туда. Вот прям вот сейчас иди. Блядь, паук, паук, да... Так, ну я уже здесь. А он где? А он в самом начале. Иди сюда. Я не думал, что с ним... Тихо!
Я не думал, что с тобой будет так много мороки, друг. Я говорю, я уже думаю, может мы тебя... Зря спасали мы тебя. Ты тупой какой-то, господи. Почему мой муж такой тупой? Я не понимаю. Так, стой. Смотри, он сейчас вылезет. Я тебя вот так вот. Тихо. Ага. Так, все. Лети туда. Вверх, 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 поднимайся. Все, все, сиди там, все. Так, наверху будет сохранение. Иди ко мне. Блять, он не может. Тихо, пойдем. Туда, наверх, можешь подняться? Так, нужно аккуратно, максимально аккуратно. Ну, тихо! Не трогай мужа, блядь! Так, как же бы тебя... Так, все! Все! Куда? Ну, слушай, не должен достать. Не должен, отлично. Нет, меня достал! Сука, муж, ты тут? А он почему-то в начале. Ты мразь! Чё за птица конченая? Да что за дичь вообще, блядь, происходит? Ну, иди туда. Все нормально, все четко, пойдем сюда. Так. Ой-ой-ой, тихо. Так, как бы тебя так сделать? То есть, иди ко мне, сюда. Все, стой тут. Нужно тебя как-то отправить на самый верх. А, давай, все, пойдем со мной. Пойдем. Так. Да ты как ты это делаешь, мразь? Так, тогда нам нужно сделать вот так, чтобы мы сразу с ним проползли вместе. Куда нужно? Вот сюда. И вот так я вот тащу, и мы приходим, куда нам нужно. Отлично. Опа. Вот это я не ожидал. Глянь, доски разбрасывает. Иди сюда. Я научился, иди сюда. Все, сейчас пройдем. Иди туда. Ты что делаешь, блядь? Иди отсюда, дурень. Взял, прилепился. Ага, есть, все. Так, я тебя беру вот так вот за шкирку. И мы сейчас с тобой пробежим. Пойдем. Все, бежим. Не оглядывайся, муж. Мы все. Мы пришли. Что там дальше? Ага, что тут есть? Почему ты, тварь, паутин... Так, тихо, иди сюда. Ах ты скотина. Ах ты скотина конченая. И он что-то не уходит, посмотри. Так. Ты чем-то держишься? Я тебя чем-то придерживаю. Так, подожди. Опасно, он тут. Все, уходи. Уходи, пожалуйста. Уйди. Все, пойдем. Пойдем быстрее. Блядь, быстрее. Не оглядывайся, никуда не смотри. Так. Сейчас все сделаю. Сейчас все будет. Иди ко мне, пожалуйста. Я не думал просто, что он настолько беспомощный. Он мужик или кто? Ай. Так. О, глянь, что делает? Почему он, сука, вверх ногами? Блять. Иди сюда. Так, жди. Ну хотя бы тут сохранение есть, это уже хорошо. Все, пойдем. Пойдем. Да пойдем, что ты стесняешься, да пойдем. Так, все, стой тут. Просто он ест меня. Это нормально? Когда
Так не должно быть. Вот, 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 сейчас у меня схавает. Он кверх ногами. Птица, мне кажется, вообще не может кверх ногами ничего делать. А это какая дикая птица. Давай, 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 давай. Ага. Сейчас, 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 сейчас. О, есть. Все, все, я внизу. Я внизу, тихо. Так, как бы нам так сделать, чтобы он нас не захавал? Иди сюда. Я теперь понял хоть как с ним работать. Он сейчас прилетит, смотри, вон он прилетел. Иди вниз. Ага, хуй тебе с маслом. Пойдем. Куда? Давай, давай, да не пойдем, блять, пойдем. Сука. 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 Блять. Какой ж ты еблан. Просто спустись вниз, пожалуйста. Пиздуй ко мне. Так, стой тут, короче. Или пойдем со мной. А, тут все чисто, все, иди сюда. Садись. Садись, пойдем. Все, отлично, четко. Молодцы. Вот это было, конечно, очень сложно. О, паучок, ты выжила. Интересный, конечно, у тебя вопрос. Не вопрос, а утверждение. И спасла своего любимого, конечно. Мы почти готовы отправиться домой. Влад как раз разворачивает воздушный корабль. Подождите. Он приближается, осторожно. Владосик приближается или птица? Сука, птица приближается. А где Влад? Влад, блядь. Опять ты его трогаешь? Брось моего мужа, мразь. Ну нет, на этот раз у него ничего не выйдет. Держись, паучок. Мы поймаем эту птицу. А что ты меня отпустила? Победить воздушного шара. Ля, меня пнул. Ля, мразь меня пинает. А что делать? Он меня сейчас скушает. Смотри, я в рот ему залезу, он меня съест. Какая тут музыка дикая играет. А что ты... Ты мне нахуя нужна, пчела? А, ты меня просто подкидываешь? И что мне делать надо? В глаз. О, вот точно, я же стрелять могу. Где? 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 Где он, блядь? Лови меня! Куда ты меня несешь? Куда мы летим? А, я тебе в брюхо дам. Вот так, вот так. На. Ля, подбили, подбили. Нет, не подбили. О, это опасно. Ты ах ты, сука! Связалась с пауками, думала, что ее отпустят. Ага. Сейчас. Хер тебе. Опа. Да, чтоб тебе. Ладно, давай. Снизу, снизу тебя. Лови меня, мать, лови. Все очень плохо. Чем меня как подкинет? Ага, вот так. Ух ты ж, какая. Ух ты ж, ты подожди. Подожди, я держусь. Куда тебе бить-то? Я не пойму, в голову надо стрелять. Вот, смотри, я. Ой-ой, мать, держи, падаю. Опа, товарищ, прости за опоздание. По пути мы нашли помощника. Привет, соседка. Мехмур один к службе котов. Что тут происходит, ребят? Вообще какая-то дичь. Зверь не уйдет. Мы приближаемся. Затащи Мехмура на спину птицы своей паутиной. Вперед! Бля, вы что придумали? Что происходит? В смысле, на спину? Я не пойму, что делать надо. Где птица-то? Птица-то где? Вот, во, а, вот, все. Иди сюда. А, вот, я его тащу как раз. Мехмур, иди сюда. Ща мы справимся с этой птицей. Ща мы ее уделаем, она уже низко летает. Ща, 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 это... Это хлеще форсажа тут вообще все происходит. Давай сюда, иди. Сейчас мы ее раздробим, эту птицу паршивую. Иди сюда. Что ты не присаживаешь? Говоришь, притяни, притяни, и не притягиваешься. Я на позиции, берегись. Отсоединяю Мехмура. Готово. О, все. Сейчас он ей голову откусит. Птица. Труп. Ля летит, ля летит. Все, ее повязали, смотри. Сейчас ее хватит этими своими клешнями и пиздец. Была птица и нет птицы. А, ну мы тут все сделали. Все сделали, да. И что?
Да, и всажу промеж глаз. Ух, ты меня заебал. На тебе, сука. Получи, мразь. Не дал мне пройти нормально с первого раза все. И что? Получилось, зверь обезврежен. Товарищ, что будем с ним делать? Скажем ему уйти отсюда. Слышишь меня, птица? Ты сжег все мосты. Насекомые этого леса не потерпят, чтобы ты ел и похищал наших друзей. И теперь мы можем себя защитить. Найди себе новый дом. Улетай подальше отсюда, туда, где живут другие птицы, вроде тебя. Куда-нибудь, где ты сможешь наконец найти друзей. Но убирайся немедленно, пока я не передумал. Ой, сейчас он, конечно, так нас и послушает, как сожрет вас всех. Ох, это было очень страшно. Вот, вон и шалаша. Избавились от птицы-шалашника. И сразу дождь прекратился. Я не был уверен, что смогу пообщаться с ним, но у меня получилось. Спасибо, подруга. И спасибо тебе, парень, подруги. Ему вообще не за что спасибо говорить. Он бесполезный вообще существо. Он ничего не сделал вообще в жизни полезного. Твоя храбрость дала мне силы противостоять этому злу. Благодаря вам и в нашем доме стало безопаснее. Пау. Я в шлеме, прикинь, летаю. Я говорил, нужен шлем, мы же... Нихуя себе. Мы бы там захлебнулись от этой воды, которая нас в лицо херачила. Ля, а он типа улетает, ага. Он типа такой, ну, пидорасы, ладно, хуй с вами, полечу я в другое место. А эти обратно возвращаются. Такая, как концовочка красивая получается. А, что я хочу сказать? Мы все ачивки точно не заработаем. Потому что... ачивки. Потому что... оказывается... сначала нельзя было есть мух. А когда мы пройдем игру, то можно было бы их всех съесть. Поэтому вот одно достижение мы точно не получили. Бля, у них тут красивенько теперь все. И... там еще пролететь нужно было что-то 20 метров. Тоже, короче... не пролетели. Я думал, вот мы пролетим, не касаясь ничего, когда мы боролись с этим дурачком. А что делать? Куда его они ведут? А, это ж не я. Это они там свои дела делают. О, смотри, всех пауков показывают. И пчелы полетели. Там что-то намечается, слушай, это веселуха. Птица он едет. Скейтберд, вон она полетела. Бойфренд, а, это все всех показывает, я всех пропустил. Бойфренд. И я. Бадди Спайдер. Короче, нас тут много. Прикол. Лянь, я говорю, тут вообще пируха-веселуха. Все пляшут, все танцуют, все очень счастливы. Музычка тоже очень приятная. В целом, да, игра забавная. Но вот... этот дурачок меня в конце очень сильно подставлял. Ты же он не может спускать Путин. Ты представляешь, это кто намотал? Это, сука, это все я намотал. Намотала. А ты бесполезное существо. Ули, ты ты поговорить решил со мной? Ты же неразговорчивый был все это время. Что это? Так ты так и молчишь, ну и молчи. И что это ты мне дал? А секреты не все заработали, тут еще какие-то есть. Я как ты стал. Такой же бесполезный. И что мне теперь с этим делать? Что? Где наши паучата? Что происходит? Где вообще нахожусь? А, ну это наш дом. Где мы начинали игру. Так подожди, что я игру прошел или что? А, ну да, да, собственно, да. Все, прошли, вот типа это наша хата. Наша. Блин, а красиво было, верни как-то, как красиво, что было. Блять, уже так красиво не получится. Ну, собственно, это получается... то все. Ты же помнишь этого деда? И вот он нам что-то должен дать. Смотри. Вот я с ним сейчас буду разговаривать. Неспокойный паучок. Уходи. Это я его должен доебать, короче. Мы не обращаем на тебя внимания. Он у него нервный тик какой-то, ты посмотри. Не шуми. Если мы дадим тебе стикер, ты успокоишься? Нет.
Ну ладно, хер с тобой, давай мне его. Вот, прикинь, вот ты подумал бы, что нужно с ним просто долго-долго разговаривать. Ш, мы дали тебе стикер. Теперь сиди тихо. Ш, ну все. Короче, видишь, да, надо просто говорить. Если он повторяет, ну все, значит, до свидания, друг. Так, и мы будем, скорее всего, как этот дед. Смотри. Сейчас, смотри. Смотри. Сейчас мы будем как дед. Где это? Вот она. Не, ну это жесть. Это круто, конечно. Выглядит красиво. Смотри. У нас еще осталась муха. Муха. Нет, он мощный какой-то. Глянь на него. А еще в этом шлеме. Это же вообще жесть. Это что за огроменный паук такой? Жалко, я деда раньше не доебал. Так, ну что, давай. Ты чудовище. Ты съела всех мух до последней. Проклинаю тебя. Ты же мне вроде сам говорил, сожри всех мух, если ты голодный. Ты познаешь всю ту боль, что чувствует муха. Так, вот, мы собрали все коллекции стикеров. И что? Блин, это жуть, это что за... Я это не могу убрать? Ну, могу. А шлем ты мне мой вернешь? Фу, какая жуть. Какая жуть. Но мы собрали все. Мы наконец-то прошли. Слушай, ну секреты я вроде как все понаходил. Было интересно, занимательно. Подписывайся на канал, оставляй лайк и комментарий, делись этим видео с друзьями, ставь колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Встретимся в следующих играх. Всего доброго.